Фрайс Филм Групп представляет. Производство Шостак и Роснер. Фильм Боба Кина. В главной роли Патрик Берген. Затерянный мир. В фильме снимались Джейн Хейтмайер, Джулиан Кейси, Дэвид Нерман, Майкл Синельников, Грегориан Майнот Пейюр, Рассел Уэн и Джек Лэнждик. Сценарий Леопольд Сен-Пьер и Джин Лафлёр по мотивам романа Артура Конан Дойла. Режиссер Боб Кин. Монголия, 1934 год. Ни один человек на Земле не попадал в такое безвыходное положение. Я хочу поведать тому, кто найдет этот дневник, о череде событий, которые привели меня к катастрофе. Все началось с невероятного открытия, сделанного профессором Уайтом. Залегание относится к позднему триасовому периоду. Мейпл? В чем дело, друг? Это дурное место. Идем отсюда. Никогда тебя таким не видел. В каких мы только местах не побывали. В Африке. На Крокотау. Господи, ты только посмотри. В чем дело? Это страшное место. Ты нервничаешь из-за того, что твоя родина уже близко. Мы пойдем здесь. Мейпл, лучше не надо. Азбек? Этого не может быть. Господи. Это оно. Оно, если я не ошибаюсь, это как раз доказательства, которые мы с тобой ищем. Это рука дьявола, рука дьявола! Это яйцо, но не земноводных, и всего одно. Господи, оно теплое. Куэцакоатлус магнус. Гигантский птеродактиль. Азбек, мы вошли в историю. Господи. Азбек! Мейпл! Мейпл! Идем отсюда! Нет, брось ты свои суеверия. Самое время произнести тост. Да здравствует наука! За науку!
Все лондонское зоологическое общество со своими окаменелостями пусть убирается к черту. Мейпл. Мейпл. Да, Азбек? Живые эудиморфодонты. Боже, они прекрасны. Азбек. Азбек. Нет, Азбек. Не Азбек. Что происходит? Брат Майер. Сестра Азбека. Джина. Мы встречать вас с профессором. Профессор Челленджер? Вы, он, хорошие друзья. Где он? Где Челленджер? Позовите его. Профессор скоро придет. Сходи за профессором. Азбек. Я должен лежать. Как он? Он зовет вас профессор Челленджер. Он скоро умирать. Спросите про нашего брата. Вы ведь нам поможете? Его не нашли. Сейчас. Челленджер? Он хочет, чтобы вы сначала взглянуть на это. Уайт? Уайт это нарисовал. Это скала, где были Уайт и наш брат. Должно быть, ты знаешь, где это? Да? Да? Сможешь отвезти туда? Да. Нет. Джина терять двоих братьев. Да. Нет. Где я? Мейпл, это я. Джордж? Джордж. Как я здесь оказался? Ты долго был без сознания. Они нашли тебя у реки. Они хотят знать. Их брат был с тобой, Азбек? Да. Я... Что? Мне конец, да? Боюсь, что да. Это не важно. Слушай. Я нашел их. Кости? Нет, не кости. Живых динозавров. Что? Иди.
Иди, сделай это за меня. Скажи... Что? Скажи Аманде... Я любил ее. Любил ее. Мейпл. Мейпл. Я обещаю. Лондон, месяц спустя. Сейчас это кажется глупым. Вот он я, пробирающийся на лекцию о живых динозаврах. На лекцию профессора Челленджера, известного тем, что он морочит голову подобным мне журналистам. Но здесь были представители всех газет, и в этом я не был одинок. И все для того, чтобы сделать свой первый репортаж. Откуда я знаю? Откуда я знаю? Я знаю, потому что я был в их логовищах. Я знаю, потому что видел живых динозавров собственными глазами. Ложь! Кто назвал меня лжецом? Кто назвал меня лжецом? Покажитесь. Вы обвиняете меня во лжи? Нет, сэр, нет. Тогда сядьте на место. Если кто-нибудь сомневается в моей честности, я готов поговорить с ним после лекции. Он такой же, как вы все. Вы поднимаете насмех ученых, отдающих своей жизни за развитие научных знаний. Вы преследуете гениев и пророков. Великих людей. Галилея. Дарвина. А теперь меня. Посмотрим слайды. На вершине этих монгольских скал был обнаружен затерянный мир. Он оставался неизменным миллионы лет, и там до сих пор сохранились живые динозавры. До наших дней. Вздор. Абсолютная чепуха. Профессор Челленджер, вы утверждаете, что в наше время в Монголии живут динозавры? Да, профессор Саммерли. Именно это я хотел сказать. Господа, у меня есть неопровержимые доказательства. Жалкая подделка. Мы постоянно с таким сталкиваемся. Лорд Томас, разве мы не ученые? Разве не наш долг расширять границы научных знаний? Я прошу только дать мне возможность доказать, что я прав, а профессор Саммерли ошибается. Я согласен. Это возмутительно, лорд Томас. Но с одним условием, мистер Челленджер. Вы позволите профессору Саммерли сопровождать вас, чтобы обеспечить научную целостность экспедиции. В конце концов, вы зоолог, а не палеонтолог, как профессор Саммерли. Честно говоря, лорд Томас, ехать в Монголию, чтобы опозорить профессора Челленджера, я считаю, что... Хорошо. Я принимаю ваше предложение, если этот пророк возьмет меня с собой. Я... Решено. Итак, Челленджер, сколько вам нужно денег? Примерно 10 тысяч фунтов. Позвольте представиться. Оскар Пири. Я готов профинансировать экспедицию профессора Челленджера. Более того, хочу добавить, что я заплачу 100 тысяч долларов первому, кто привезет мне живого динозавра, которого я смогу показывать людям в любой точке нашей планеты. Что ж...
Я согласен. Договорились. Я также обеспечу вас надежным помощником. С вами поедет мой компаньон. Он очень разносторонний человек. Он приобрел широкую известность, сотрудничая с Национальным историческим музеем. Здравствуйте, Челленджер. Джон Рокстон. Я прекрасно осведомлен о репутации мистера Рокстона. И могу вас заверить, что его меньше всего интересуют научные открытия. Мои интересы меняются с каждым днем. Участие Рокстона в экспедиции не обсуждается. Это мое условие. Хорошо. Рокстон. Мне понадобится помощь профессионала. Но вам придется подчиняться моим приказам. Конечно, сэр. Все, как вы скажете. Господа. Профессор? Артур Мэлоун, Лондон Газет. Как вы будете взбираться на скалы? Я... Вы слышали о Девонском клубе любителей воздушных шаров? Нет. А я его президент, мы сможем вам помочь. Подняться на воздушном шаре? Именно. Это интересно. Значит, вы журналист? Да. Умеете подчиняться? Если запахнет хорошим репортажем, я сделаю все, что угодно. Это неплохо. Интересная идея. Хорошо. Профессор Челленджер. Сильно опоздавшая леди? Меня зовут мисс Уайт. Вы знали моего отца, Мейпла Уайта? Аманда. Конечно, я знал. Нам надо поговорить. Но не здесь и не сейчас. Отлично. Тогда я поговорю с профессором Саммерли. Подождите. Господа, извините нас. Итак, я еду с вами. Простите. Я понимаю ваше возражение, но уверена, что такой благородный человек, как вы, который умеет воздавать должное достойным людям, захочет, чтобы в экспедиции кто-то представлял интересы моего отца. В конце концов, вам поверили только благодаря его рисункам. Я хочу получить их немедленно. Когда он умирал, я пообещал ему, что завершу его работу. Вы были с ним, когда он умер? Да. И он просил меня сказать вам, что любил вас. Теперь я знаю, что вы лжец. Мой отец никогда не говорил, что любит меня. Дело в том, мисс Уайт, что я отправляюсь искать динозавров, животных, убивших вашего отца, и это очень опасно. Я знаю, что это опасно, профессор, но я должна это сделать. Я еду. Это научная экспедиция, и мне нет места наблюдателям. Я получила диплом антрополога в Гарварде. Сейчас я работаю над докторской диссертацией в Чикагском музее национальной истории. Я лучшая в своей области. Я никогда не буду наблюдателем. Встретимся завтра. До свидания, профессор. Первые две недели путешествия ничем особенным не запомнились. Достаточно сказать, что мы использовали все виды транспорта. Какой потрясающий вид.
Несомненно. Интересный браслет. Африканский, не так ли? Банту? Близко. Их соседи суахили. Охотники на львов. Хотите, подарю? Нет, я не могу. Пожалуйста, возьмите. На счастье. Спасибо. Пожалуйста. Что вы думаете? Сможете что-нибудь сделать? Да. Я бы не прочь что-нибудь сделать с Амандой. Она такая сладкая. Держитесь от нее подальше. Мы что, ревнуем? Нет, но я обещал заботиться о ней. Как благородно. Все в порядке? Да. Довольно долгий путь, чтобы показать всем, что ты лжец. Унизительно, правда, Мэллоун? Зато будет о чем писать в вашей газете. Многие лжецы расширили горизонт человеческих знаний. Я надеюсь к ним присоединиться. Что это? Это вулкан. Вулкан. Замечательно. Мы должны остановиться. Где он? Я так не думаю. Он хочет остановиться. Ни за что. Не останавливайтесь, Рокстон. В чем дело, Мэллоун? Не знаю, пусть остынет. Похоже, что ты с вентилятором. Вы должны с этим что-то сделать. Я не собираюсь провести всю оставшуюся жизнь в этих забытых богом краях. Вы мне еще не рассказали про вашу работу в музее. Чем вы там занимаетесь? Он мне рассказал. Вы видели в музее красивые чучела животных? Большинство из них убил Рокстон. Зато люди могут посмотреть на животных, которых раньше не видели. Но проблема в том, что благодаря вам многие виды уже на грани вымирания. Такова жизнь. Такова смерть. Мэллоун? Это похоже на самую крайнюю точку Земли. Здесь очень красиво. Через пару дней мы встретим туземцев. Аманда. Мэллоун, Джина на Айсбриге. Очень приятно. Джина. Прошло 2 недели, как мы проехали вулкан. Я начинаю нервничать от того, что вокруг совсем нет людей. Должно быть, это самое одинокое место на Земле. Наш вездеход наконец не выдержал. Мои попытки починить его потерпели неудачу. Профессор Саммерли, если вам нужен этот никчемный инструмент, несите его
сами. Могу я спросить, сэр, в качестве кого вы отдаете все эти приказы? Можете. В качестве руководителя экспедиции. Должен вам сказать, что не признаю за вами это право. Неужели? И кем же я, по-вашему, являюсь? Вы человек, чья честность поставлена под сомнение. И все эти люди, они судят вас. Вы путешествуете со своими судьями. Боже мой. Ну что ж, ведите вы. Я пойду следом. Если я не главный, ведите людей сами, профессор. Мы были очень опечалены смертью одного из проводников. Но уход всех наших носильщиков сильно осложнил наше путешествие. Теперь нам предстояло самим нести все снаряжение. И это в конечном счете сплотило нас. Челленджер, это безумие. Мы понятия не имеем, что прошлой ночью убило этого беднягу. Это могло случиться с любым из нас. А вы продолжаете упорствовать в своей глупости. Послушайте, профессор, вы мне нравитесь. Если хотите вернуться, прошу вас. Я же намерен доказать существование динозавров и свою правоту. Никто не обещал, что будет легко. Вы можете уйти или остаться. Отлично. Я остаюсь. Хорошо. Но только чтобы доказать, что вы полный болван. Ты хорошо говоришь по-английски. Нет, что вы. Меня учить отец Кампу, французский миссионер. Он должен быть хороший учитель. Нет. Но вы меня учить хорошо, да? Это береза. Видишь, дерево? Да. Это орел. 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 Хорошо, отправляемся. Все, отправляемся. Уже скоро, Челленджер. Совсем скоро. Мы близко. Сюда. Челленджер, это здесь. Thank you.
Кажется, мы на месте. Потрясающе. Профессор, теперь вы верите? Что ж, я признаю, что плато существует. Но нужно еще доказать, что оно населено хоть какими-то живыми существами. Упрямый старый осел. Мэлоун, нужно приступать к сборке. Челленджер выбросил большую часть моего снаряжения, но это должно быть где-то здесь. Конечно. Динамит? Рокстон, зачем это вам? Не помешает. Я умею с ним обращаться. Что вы от меня хотите? Вы должны были сказать, что мы несем динамит. Я делаю все, что вы велите. Вы должны были сказать. Откуда я знал, что я должен отчитываться? Вы хотите убить нас? Мисс Уайт. Мэлоун, собирайте шар. Мы не закончили Челленджер. Челленджер! Челленджер! Что это? Мисс Уайт? Да. Сюда. Рокстон! Сюда! Челленджер! Сюда! Господи. Нет. Нет. Помогите. Нет! Нет! Помогите! Челленджер! Помогите мне! Заберите меня отсюда! Помогите! Челленджер! Надеюсь, мисс Уайт жива. Поквар?
Что это такое? Ловушка для демонов. Для динозавров. Но здесь их нет. Нет, нет. Честно говоря, это мое собственное изобретение. Мы используем его как корзину для шара, но у него несколько функций. Скажите, Мэлоун, что я должен с этим сделать? Профессор, я же говорил, он улетит в атмосферу. Нет. Господи. Мисс Уайт! Мисс Уайт! Челленджер, потише. Мне это не нравится. У меня плохое предчувствие. Помогите! Кто-нибудь, помогите! Челленджер! Аманда! Господи! Аманда, все в порядке? Да. Спустите меня вниз. Скорее давайте веревку. Быстро. Я знаю, вы здесь. Выходите. Быстрее. Я чувствую вас. Все нормально? Да. Похоже, мы не одни. Что вы делаете? Или они, или мы? Вы правы. Эти дикари хотели убить вас. Они не дикари. Это редкое племя. А то, что вы делаете, это геноцид. Прошу вас. Идем отсюда. Быстрее. Быстрее. Скорее, мы почти на месте. Мэлоун. Мэлоун, поднимай шар. Не могу, мы еще не все загрузили. Оставьте, поднимай. Идем. Заходите, Роксон. Майер, уходите. Майер! Вперед. Майер! Скорее. Майер, держись. Майер, влезай. Держись и лезь внутрь. Нет, буду держаться здесь. Вот так, Майер. Давай. Где мое оружие? Где все снаряжение? Мэлоун, ты ничего не взял. Мэлоун, в чем дело? Мы слишком тяжелые. Нужно что-то выбросить. Что нам сделать? Мы упадем. Надо выбросить мешки с песком. Господи. Только не это. Держитесь. Держитесь, нам туго придется. Осторожно! Мы, наверное, попали в воздушный поток. Все будет хорошо. Воздух поднимет нас вверх. Все будет нормально. Мэлоун, ты гений. Just hold on tight.
Просто держись крепче. Куицуку Атлус Магнус. Гигантский птеродактиль. Челленджер. Они действительно не вымерли. Сэр, я должен извиниться перед вами. Господи. Малон! Малон, ты можешь приземлить эту штуку? Малон, здесь некуда приземляться. Давайте же, Челленджер, стреляйте. Стреляйте. Стреляйте, Челленджер. Держитесь, держитесь крепче. Профессор, что с вами? Моя лодыжка. Встать сможете? Кажется, да. Они улетели? Да, но не могут вернуться. Все целы? Мне больно. Моя нога сломана. Тогда бы вы не смогли идти. Надо убираться отсюда. Идем, Рокстон. Я не могу найти свое оружие. Мэлоун, мы вернемся сюда и попробуем все починить. Но детали механизма разбросаны по всему лесу. Не могу поверить. Челленджер, живые птеродактили. Мы расскажем о них всему миру, профессор. Послушайте, если мы не починим шар, то останемся здесь навсегда. Я все еще не верю своим глазам. Эти существа живут здесь уже миллионы лет. Потрясающе. Ну что, не зря мы отправились в путешествие. Отец был прав. Хватит болтать. Опять демоны! Никому не двигаться. Боже мой, бронтозавр. Какой он огромный. Не шевелиться. Он нас раздавит. Посмотрите на его строение. Оно идет вразрез с теориями палеонтологов. Нам придется пересмотреть многие теории, но только не сейчас. Идем. Я так не думаю, профессор. Аманда, что думаете вы? Могли неандертальцы все это построить? Сомневаюсь. Для них это слишком сложно. Я бы мог провести всю оставшуюся жизнь здесь, изучая этот мир. Только подумайте, сколько всего можно открыть. Я же говорил вам, профессор. Откуда эта вонь? Болотные газы. В основном метан, но пахнет серой. Наверное, из-за близости вулкана. Нужно найти убежище. Господи, Мэлоун. Ты здесь всего 5 минут и уже устроил пожар. Но я ничего не делал. Ловушки могут быть по всему плато. Видите череп?
Они помечают их так же, как туземцы Гаити. Если вы правы, они все будут помечены. Но зачем? На Гаити верят, что надо показать богам место, где скоро умрет человек, чтобы они забрали душу. Мне, конечно, очень неловко, но нам нужно ненадолго остановиться. Ладно, Рокстон, сделаем привал. Хорошо. Я считаю, надо осмотреться. Может, удастся найти безопасное укрытие. Хочу взобраться на то высокое дерево. Хорошо. Будь осторожен. Сейчас бы съесть что-нибудь. На самом деле, юная леди, нас окружают съедобные растения, которые могут составить очень неплохое меню. Профессор, а что если местная флора развивалась так же необычно, как и бронтозавры? Значит, вы заметили разницу между этим экземпляром и окаменелостями? Конечно, челюсти и панцирь не совсем обычны. Что? Такие челюсти могут проживать маленьких животных. Как мы? Нет. Как ты? Рокстон. Джина. Ну что еще? Что там? Что случилось? Что с ней? Мэлон, спускайся. Что случилось? Что случилось? Ее кто-то укусил. Надо уложить ее. Здесь недалеко пещера. Идем. Сюда. Место подходящее. Ночью мы будем в безопасности. Завтра вернемся и соберем наши вещи. Как вы, профессор? Ничего, спасибо. Присядьте. Садитесь, профессор. Мэлоун, помоги мне с костром. Слава Богу. Джина. Джина, все в порядке. Тебе станет лучше. Держись. Что это? Я в аду? Да? Нет. Здесь ты будешь в безопасности. Кто-нибудь, помогите, мне очень больно. Прошу вас. Сейчас. Похоже на растяжение. Наверное. Надо приподнять ногу. Давайте лучше я, Аманда. Позвольте. Спасибо, Рокстон. Не поднимайте ногу, старина. Потрясающе, не правда ли? Никогда не видел ничего подобного. Они похожи не на примитивные письмена, а на египетские иероглифы. Они о чем-то повествуют. Они выглядят очень древними. Я никогда такого не видел. Я видела это раньше. Смотрите. Дай-ка. Кажется, ты права. Где ты это взяла? Моей маме дала моя бабушка. Он очень старый, да? Я пойду к воздушному шару. Зачем? У нас нет оружия. У меня есть пистолет. Мне нужно мое оружие. У меня ничего нет. У нас нет припасов. Я попытаюсь спасти, что смогу. Я хочу помочь.
Хорошо. Будьте осторожны. А как же? Профессор, как вы? Хочу пить, едва дышу. И моя нога. Проклятие. Я не должен был приводить вас сюда. Никого из вас. Я подверг вас опасности. Простите меня. Но мы все сами вызвались, не так ли? Наверное. Интересно, что бы сделал ваш отец? Мой отец открыл бы шампанское. Точно, он всегда его брал с собой. Бутылку надежды. Вы выпьете шампанского. Завтра я починю шар. Мы рассчитываем на тебя. Почему Рокстон так долго? Его нет весь день. Он в порядке. Он сумеет о себе позаботиться. Ладно, пойду его искать. Я с вами. Следы. Как ты? Хорошо. Идем. И я с вами. Аманда, вы останетесь здесь? Да. Возьмите пистолет. Моего отца. Хорошо. Я останусь с профессором. Изучать пещеру. Я испугался. Это опасное место. Как здесь оказался шар? Удивительно, на что способен человек, если пораскинет мозгами. Рокстон? Что это у вас? Это? Вы мне скажите, профессор. Похоже на центрозавра. Центрозавр. Что ж, когда вернусь в Штаты, обязательно узнаю поточнее. Думаю, он потянет на 100 тысяч долларов. Пистолет, Челленджер. Медленно. Жаль, что мне придется уехать отсюда без вас. Понимаете, не хочу делиться деньгами. К тому же, имея 100 тысяч долларов, я привезу сюда всех богатых охотников, и это сделает меня миллионером. Ладно, хватит болтать. Мэлоун, привяжи-ка ее. Если вы убьете нас, мы умрем вместе. Как трогательно. Видишь ли, крошка, мне не придется вас убивать. Вы не протянете здесь больше 20 часов. Мэлоун проживет даже меньше. Я просто ускорю события. Оставлю на виду и немножко пораню. Чтобы здесь выжить, нужно быть невидимым. Если тебя заметили, ты уже покойник. Вас точно съедят. Привязывай ее к дереву. Подонок. Какой я глупец, что доверился тебе после того, что ты сделал на Мадагаскаре. Надо было послушать свой внутренний голос.
Конечно, глупец. Человек всегда должен слушать внутренний голос, если хочет выжить. Теперь привяжи Мэлоуна. Не волнуйся, Джина. Все будет хорошо. И ноги тоже. Вы пойдете на корм динозаврам. Позвольте поблагодарить вас, что помогли мне разбогатеть. Выстрелишь, и я убью этих пташек. Пока что у нас ничья. Давай ружье. Ты на грани вымирания, профессор. Прощай, Рокстон. Он мертв? К сожалению, нет. Я полагаю, такова плата за знания, мисс Уайт. Они вернулись. Челленджер? Господа, это не смешно. Здесь до смерти напуганная девушка. Прекратите свои игры. Я не думаю, что этот челленджер. Что за... Вы меня напугали. Кто это? Неважно. Стреляйте в него. Еще. Кажется, я попала. Припасы! Вон там! Мэлоун, ты в порядке? Роксан. Все нормально. Это ловушки неандертальцев. Хитрые дьяволы. Надо быть осторожнее. Здесь слишком опасно. Надо найти другой путь. Припасы пока оставим. Мы не так голодны. Кое-кто очень голоден. Джина, вернись. Я не падать. Легкая. Джина. Вернись. Не надо, вернись. Ради бога, послушай, Джина, вернись. Осторожней. Джина! 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 Рокстон. Рокстон. Джина! Джина! Я же говорил. Развяжи меня, Челленджер. Сам знаешь, только я смогу ее спасти. Молчи. Джина, давай. Пожалуйста, вернись. Джина! Джина, держись! Джина, вернись! Стреляй! Дай мне! Я смогу его убить! Заткнись! Господи. Ничего.
Он потерял интерес? Я бы на это не рассчитывал. Рептилии могут быть очень упрямы. Вернулся. А я говорил. Приготовьтесь. А где Рокстон? Я его убил. Он хотел убить нас. Рокстон пытался нас убить из-за денег. Мне жаль, но это правда. Послушайте, мне жаль, но мы принесли продукты. Давайте сюда. Должен сказать, что пинта темного пива совсем не повредит, но я бы предпочел выпить чистой воды. Мисс Уайт, расскажите им о надписях. Челленджер, это потрясающе. Ну что же. Помните, как Джина заметила связь между своим медальоном и некоторыми знаками на стенах пещеры? Да. Она знает, что они примерно означают. И это помогло мне расшифровать, о чем написали нам древние люди. В этом есть смысл? Давайте. Я вам покажу. Когда-то караки были исследователями, учеными. Они обнаружили плато 600 лет назад и решили здесь обосноваться. Они покорили динозавров и сделали первобытных людей рабами. Но им пришлось дорого заплатить. Они пренебрегли природой. Их мир стал заболевать. Многие виды животных были истреблены охотниками. Многие вымерли. Скоро наступил конец. Караков изгнали со своего плато неандертальцы, которые восстали против разрушения этого мира. Неандертальцы охраняют эту экосистему. Они не успокоятся, пока мы не уйдем. Или сами убьют нас. Значит, утром мы починим шар и уберемся отсюда. Я не уверен, что у нас достаточно мощности, чтобы спустились все. Что у нас есть? Не знаю, но, наверное, смогут только двое. Значит, это будут Джина и Аманда. Челленджер, эпоха рыцарей прошла. Первым должен быть профессор. Юная леди, благодарю вас за трогательное внимание. Но у меня повреждена нога, а ведь мы провели в пути 6 мучительных недель. И еще. Я палеонтолог. Человек, изучающий динозавров. Всю свою жизнь я видел только их кости. Это единственное место на Земле, где я смогу изучать их живыми. Живыми. Я слишком стар, чтобы совершить вновь такое же путешествие. Спасибо, я не собираюсь отсюда уходить. Спокойной ночи.
Саммерли? Профессор? Профессор? Проснитесь. В чем дело? Саммерли пропал. Я посмотрел везде, его нет. Удивительно. Тираннозавр Рекс. Мистер Челленджер, в пещере кто-то был. Идем. Саммерли? Саммерли! Саммерли! Профессор! 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 Саммерли! 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 Профессор! Профессор! Что случилось? Где воздушный шар? Господи. Бедный старик. Рокстон был прав. Мы обречены. Мы выберемся. Ты нужен мне. Умеешь с этим обращаться? Возьми. Идем. Мы должны похоронить его. Следующие два дня мы собирали наши припасы и просто пытались выжить. Но судьба находит тебя там, где ее меньше всего ожидаешь. Джина. Что? Я понимаю, мы встретились недавно, и ты меня совсем не знаешь. Но я хочу сказать тебе, что... Ложись. Я не боюсь. Работает. Как странно. В чем дело? Не знаю, почему-то гаснет. Сквозняк. Это здесь.
Видите? Да. Наверное, это и есть тот путь вниз, о котором говорили Караки. Сможем сдвинуть камень? Да. Смотрите, смотрите. Там лабиринты. И осторожно. Только посмотрите. Огромная пещера. Смотрите под ноги. Сюда. Осторожно. Взгляните. О, Господи. Homo sapiens? Да. Из местных. Аманда, взгляните. Бетховен. Ради этого он жил и умер. Шампанское. Он точно был здесь. Интересно, как он отсюда выбрался? Наверное, это выход. Опять наши дорожки пересеклись. Рокстон, я думал, ты погиб. Я тоже. Господи. Вы присоединитесь к своему отцу. Что это значит? Рокстон, опусти пистолет. Рокстон, мерзкие твари. О чем ты говоришь? Нет. Опусти пистолет, и так слишком много смертей. Заткнись. Заткнись. Ты бросил меня умирать. Почему? Я думал, ты мертв. Ты думал, а я не был мертв. Я... Нет. Ты не должен был меня бросать. Пошли. Пошли. Я стану миллионером. Я буду богатым. Ты можешь взять все деньги. Заткнись. Ты сам не выберешься. Тебе нужна наша помощь. Я вас взорву. Взорву к чертовой матери. Не делай этого. Не делай, Рокстон. Это единственный выход отсюда, и я уйду один. У тебя не получится.
Прелесть моя, ты сделаешь меня богатым. Это будет единственный экземпляр. Бежим. Челленджер! Мисс Уайт! Вы живы? Цветов на могилу пока не надо. Все нормально. Мы обошли все пещеры. Там есть спуск? Больше нет. Его завалило. Идемте, я вам кое-что покажу. Мы нашли его на дереве. В нем была нога Саммерли. Если мы сможем соединить куски, получится огромный парашют. Поймав нужные воздушные потоки, мы сможем спланировать вниз. Я не знаю. Почему нет? Парашют должен быть гигантским, чтобы выдержать нас всех. Ладно. Почему нет? Попутный ветер и немного удачи. Стоит попробовать. Итак, Мэлоун, что надо делать? Кладите сюда. Надо расправить по земле. В длину. Во всю длину. Это сработает. Мэлоун, постарайся не вдыхать эту гадость. Это уж вряд ли. Вот так? Да. Вот. Думаете, парашют выдержит нас всех? Сомневаюсь. Я тоже. Что с тобой? Нога. Нога. Что? Как быстро воспалилась рана. Господи. Чего они ждут? Челленджер! Уходим! Help!
Мэлоун. Как ее поднять? Берите за плечи. Я держу. Давай, быстро. Быстрее. Они здесь. Убирайтесь. Давай, Джина, очнись. Очнись. Подождем, пока не уйдут. Настойчивые твари. Все будет хорошо. Мы просто подождем. Я думаю, что этот затерянный мир и не надо было находить. Человеку здесь не место. Или ты убиваешь, или тебя. Я полагаю, ты прав, и твой план с парашютом сработает. Мы спустимся вниз. Кажется, что маленькие рапторы потеряли к нам интерес. Джина. Где они? Не знаю. Джина. Джина. Челленджер. Челленджер, помогите Джине. Джина. Джина! 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 Идем. Мы уже ничего не можем сделать. Где Мэлоун? Не знаю. Вот он. Мэлоун. Мэлоун. Мэлоун, ты в порядке? Мы здесь. Сюда. Как вы? Нормально. Ты, тварь! Что он делает? Я здесь! Давай, тварь! Я здесь! Мэлоун, беги! Бери парашют, это наш шанс! Давай! Тварь! Вот так! Ко мне! Ко мне! Ко мне! Сюда, тварь! Молодец! Давай же! Мэлоун! Мэлоун, ты с ума сошел, беги! Давай! Мэлоун! Дамы и господа, минуточку внимания. Позвольте представить вам профессора Челленджера, который расскажет о своей экспедиции в Монголию. Лорд Томас. Дамы и господа, у меня для вас не очень хорошее известие. Во время нашего путешествия в Монголию погибло много замечательных людей. Наш всеми уважаемый коллега, профессор Саммерли,
Молодой журналист Артур Мэллоу, два превосходных проводника Майер и Джина, а также путешественник Джон Рокстон. Они отдали свои жизни. Я понимаю, что мои слова всех вас очень разочаруют, но это правда. Затерянный мир Монголии с живущими там динозаврами на самом деле не существует. В одном Рокстон был прав. Если тебя заметят, то ты покойник. Но он ошибся, отмерив мне 20 часов жизни. Я смог выжить здесь в течение 6 месяцев. Не знаю, сохранится ли этот доисторический мир. Но я живу в нем так, как будто каждый день последний. И никогда я не чувствовал себя более живым. Так как я закончил свой дневник, я попрощаюсь с Артуром Мэллоуном. Теперь мое будущее здесь, среди этих существ, вдали от людей. Я остался один в мире, который не может существовать. Фильм озвучен студией Innis по заказу компании Lizard Cinema Trade.